Сегодня ночью на севера опорного края державы обрушились такие, давно обещанные метеорологами и долго жданные населением, дожди с громами, молниями и даже довольно-таки крупным градом, как видно по картинке, размером с перепелиное яйцо. Эй, лесные пожары, теперь держитесь, сезон муссонов, похоже, начался. Народ в Интерсити докладывает с мест, что наиболее мощно стихия разыгралась в Серове и Краснотуринске. И если в Серове гроза — это было скорее просто красивое зрелище, по которому уральцы этим долгим, жарким и сухим летом подсоскучились, то вот в Краснотуринске дело было посерьезнее, как казалось поначалу. Там мощным ливнем подтопило корпус дробления на дробильно-обогатительной фабрике шахты Северопесчанской, приписанной к Богословскому рудоуправлению. По данным пресс-службы последнего, из-за большого объема осадка, ливневка корпуса дробления, расположенная на его крыше, не справилась, и небесная жидкость полилась в недра корпуса, и, судя по всему, там упала в обморок, ибо ее сразу же стали откачивать насосы дренажной системы. И в итоге никто из разумных не пострадал, дробильно-обогатительная фабрика, равно как и вся шахта, функционирует в прежнем рабочем режиме. Проверка показала, что ливневка на крыше была полностью исправна, просто, видимо, на такие экстремальные потоки воды она не рассчитана, вот и перегрузилась. Ну а в Серове минувшей ночью был не только дождь, но и град, который очевидцы охарактеризовали как сильный. Часть Серова осталась без электричества, и если где-то напряжение тут же восстановилось, то в некоторых местах люди в ночи куковали без электричества, считай, без холодильника, утюга и телевизора. Несколько часов. И главное же, нельзя сказать, что дождь и град обрушились, как снег на голову. Нет. Метеорологи несколько дней подряд обещали по области пресловутые местами осадки. Но их все не было и не было. И влажный прогноз сдвигался все дальше и дальше по календарику. Но вчера уже МЧС выступила со штормовым предупреждением на вчера и на сегодня. Вчера, как видно, сработало. И, кстати, наши источники доносят, что небесные хляби разверзлись не только на северах, но и на западе региона, в Красноуфимске. Ну, сегодня ждем. Может, и до стольного Екатеринбурга небесная ирригационная машина доплюнет.